Вот так, например. Бежали теперь. Бежали, блин. Чтобы здесь еще не свалиться. Не хватало чего. Давай еще ты меня убьешь, правильно. Так, здесь. Здесь я себе хочу эту самую хпшку. Ну, побольше. Ух, у нас здесь еще костер живет на 20 фляжек. Вообще хорошо. Так, я надеюсь, ты сейчас не зависнешь, блин. Так. Ну, я вам про этот баг уже рассказывал. То есть он, как я, ну, как я как минимум понимаю, вот именно сейчас, он... Да, блин. Все сразу было бы парировать. Он, короче, появляется, когда ты эту humanity юзаешь на костре, но это человеком становишься. Так, я думаю, давай-ка мы сделаем вот так вот себе. Сейчас попробуем сделать этот срез. Блин, не получится, наверное, сделать этот срез. Что очень жалко. Ладно, тогда в целом пробежимся. Ну, сам-то даже убивать не надо никого. Так-то. Насколько я помню. Ага. Так, тут сейчас откроем дверь, так на всякий случай, знаешь ли. Че, а вдруг он... Вдруг меня Арштейн со смогом завалят. Так, теперь подготовка. Подготовка у нас будет следующая. Мы сейчас на себя этот парузин набросим. Пироманси. Так, этот самый... Вот тебя... Так, и запустим Attack Power. А, ну да, я там, хотя я это использовать-то не успею. Там этот рыцарь стоит, я что-то про нее не подумал. Да! Зараза. Ну, пофиг. Так, сейчас я хочу убить первым... А, ну и так нормально тоже, да, дэмэдж. Вполне себе нормальный дэмэдж. Ай! Все, готов. Хорошо. Теперь Эйнштейн. Оп. О-о-о, сейчас будет больно. Но не так больно, конечно, как я думал.
Ну, почти. Сейчас еще он тут нас попрыгает слегка. Готов. А, стандартно, в целом. Ух, это у нас, значит, сейчас сколько уровней-то? Уровней... Уровня 3, наверное, да, на них сможем сейчас поднять. О, неплохо. Вполне себе неплохо. Давай сейчас что и сделаем. Почему бы нет? 101 уровень! Угу. Так, теперь Джарил. Джарил этот. Я думаю, его тоже с первого раза получится ушатать. Я как минимум на это надеюсь очень сильно, потому что... Что-то он меня, это, на НГ обычно очень сильно так выбесил. Это было очень тупо, я согласен. В целом я с этим очень сильно согласен. Ну, ко мне еще души прилетают. Нормально, нормально вы там боретесь, ребят. Так, а я тут это не разобьюсь случаем. Не разбился. Так, нам его сейчас надо мотать куда? Нам его сейчас надо мотать отсюда, вот, короче, против часовой, по-моему, да? Насколько я помню. Да, поехали вниз. Хорошо. Становим Эстус. Погнали. На Джарилля нашего. Очки, хотя мы его использовать вообще не будем. Но так пусть будет. Так, и все. Давайте-ка я замолкаю. Мне сейчас первый раз получится.
По-моему, он тогда меньше сносил, не? Как-то с этого своего удара. Тут. То есть, если я, конечно, все правильно понимаю, то у него есть атака, когда он сверху вниз бьет мечом, и... Вот такая вот атака, то есть он как-то это по дуге, видишь? Так, взрыв. Все, готов. Ну, с какого раза, блин, это седьмой, по-моему, где-то. Нет, сложный босс все-таки. У него, короче, вот этот вот захват, насколько я знаю, он вообще изначально должен был быть как у этого, как у короля Аланта, то есть этого из Demon's Souls. То есть он им должен был этот уровень вытягивать. Если вы помните, у этого короля Аланта, у него был такой, ну, похожий, типа, захват, когда он вас так хватает, но Алант, он еще и при этом уровень вытягивал из персонажа. Вот с этим примерно должно быть, по идее, то же самое. Но в результате как бы этого босса его вообще в оригинальной игре нет. Вот, а здесь он, по-моему, уровень не вытягивает. То есть он наносит, да, такой, ну, ощутимый урон, но при этом он уровень не вытягивает. Так, часом сел. По-моему, нам сюда. По-моему, нам сюда. А, значит, мы сейчас попадаем в DLC. Его с вами, я надеюсь, что быстро проходим. Да. Да-да-да, это тот костер. А, и после этого, по идее, все. На этом прохождение у нас уже полностью, то есть, заканчивается. Босс, больше дочерей пепла у нас не будет. Так, товарищ, дай-ка мы с тобой здесь сейчас поговорим. Я тебя как мало-то снимаю, а? Смотри, реально мало снимаю. Блин, пипец, жирные. Так, с катаной там у меня чё? Сломается, надеюсь. 26, эх, блин, надо бы починить. Так, у меня же там порошка нету, да, никакого? Нет. Офигеть. Ну, блин, да, вот это вот Алачили, это вообще локация жесткая. Плюс, блин, жесткая она именно в этом DLC, потому что, блин, тут вишка, да, какой пипец. Во-первых, тебя портует, как бы, ну, не в очень-то удобное место, откуда ее, как бы, ну, удобнее начинать. Вот, а во-вторых, я сейчас хочу себе забрать эти свои души. Вообще. А, и это... Починиться на них. Да пофигу. Главное, не убивай. Так, забираем души.
Так, еще я хочу этот Эстус улучшить. Так что давай мы сейчас спартанемся, я думаю, в Анерлонда. Может, там у костра сидели? По-моему, да, по-моему, сидели. А, значит, мы сейчас сделаем все, что мы сейчас делаем все репэр. Портуемся в Abandoned Charge, по-моему, это Анерлонда. Ну, этот костер там, где эта хранительница недалеко от него сидит. Просто фаерлинг, я как не хочу до нее бежать. Очень... А, не, погоди, это не тот. Ладно, значит, фаерлинг. Значит, что, к тому костру, который у этой, у хранительницы Ванерлонда, к нему что, теперь портануться нельзя? Интересно. Ага, тут у нас костер не горит. Замечательно. Замечательно. А, и то есть теперь я еще и даже это не смогу сделать. Вообще, зашибись. Ладно. Тогда давай хотя бы так. Level up. 49-й. Нормально, погнали. Хотя бы себе катану это, ну... А, отремонтировали, короче. Ой-ой. Еще знаешь, я вот что думаю, надо тут посидеть, ну, этого костра имею в виду. А, и, короче, его это на десятку улучшить. Чтобы он 10 фляжек давал. Я, конечно, думаю, сейчас она опять вылетит у нас. Что-то мне так, знаешь, подсказывает. Ну, в смысле, не вылетит, ее это закрывать придется. Не, нормально. Нормально. Так, теперь у нас хотя бы 10 фляжек тут есть. Этого в целом нам должно хватить. Учитывая то, что у нас еще и Humanity есть. Но Humanity, конечно, надо прямо вообще в самом крайнем случае использовать. Да... Как у него эта атака работает, а? Да хватит уже, блин. Что ты бешеный это такой, а? О-о-о. Еще и эти, блин.
Это не смешно вообще-то. Блин, они у них еще самоновладящие сидят. Так нафиг. Лонгбоу. А вот сейчас, кстати, хорошо, что он сейчас один тут вышел. То сейчас со вторым будет меньше проблем. Готов. Угу. Так, надо бы хьюманити поставить нам вот так вот. На случай, если эти фляжки закончатся. Они тут вполне могут закончиться. Хорошо. Да ладно. Еще этот Честер, блин, он выйдет. Засмеялся. А, блин, ты здесь?
Блин, нифига себе, это жирный. Но... Блин, у меня дамаг. Конечно, посильнее будет. Так, тут. Тут нам надо сделать, значит... Здесь у нас, правда, этот еще один придурок с этим... Ну, этот закованный в броню будет. Я не знаю, как это назвать еще. Так, скуллан... А, нет, хотя давай... Хотя давай, не скулландром, а сейчас сделаем все покруче. Сейчас сделаем вот так вот. Ай! Так, ты еще там? Да, блин. Так, честкий. Это у нас этот от... ну, ты понял. От этого, от глуха. Ключик. Так, сейчас мы пойдем, значит... Да прям глуху и пойдем. Еще нам куда мы пойдем-то? Нэрроу. Так, тут, блин, этот еще. Так, скушаем на Хьюмэнити. Нормально. Нормально пока. Пока хьюманит есть, у нас все нормально. Так, теперь здесь у нас босс кто будет? В общем-то, это, да, сразу хочу сказать, не Арториас. Это у нас другой босс. Да. Chester has returned home. Чё? Простите меня, чё? Так, я думаю, мы на него использовать будем вот эту вот штуку. Так, Эсту давай вообще уберем, чтобы он не мешался. Вот эту вот штуку. И да поможет мне, блин, идеальный уворот.
Ой, еще. Нормально. Нормально похилялись. Лет сейчас. Угу. Все, готов. Как видите, это был страж. То есть, естественно, потому что мы уже Арториаса, ну, как бы мы его убили в этой, в оригинальной игре, поэтому это у нас страж. А, теперь, давай-ка Kindle. Теперь нам еще бы это... подкачать бы уровень. Level up. 51. Нормально. Погнали. И теперь нам надо дойти до Каламита. Но Каламит это на самом деле, как мне кажется, то есть у него там, по-моему, только название изменили. То есть это, наверное, самый как бы такой плохой босс, как будто именно в плане изменений, как мне кажется, в этой модификации. Так, блин, собака, не беси меня. Собака! Не беси меня, я тебя предупреждал. Зараза. Придется из нее химонистер скушать. Так, ну, Каламит, он у нас опять же здесь. То есть у него там, по-моему, только название поменяли. Вот как, ну, как бы у босса, то есть Терн, типа, зовется по-другому. А, то есть он прилетает. Мы сейчас идем к Гоху. Он нам его подстреливает. И, соответственно, все, мы, то есть, его убиваем. И как бы вот все изменения. То есть там он, да, там он по-другому, по-моему, называется, сам все босс. Но как бы в плане изменений он реально он такой самый, как, по-моему, халтурный в этом моде. Но мод вот реально, я говорю, это, наверное, уже будет, наверное, мое финальное мнение. Мод вот в целом мне реально он очень понравился. Он даже круче, чем ремастер. Я вам это уже несколько раз, да, знаю, говорил. Но, по-моему, он в несколько раз круче, чем ремастер. Сейчас мы, естественно, его завалим, чтобы так это, знаете, напоследок.
И на этом прохождение наше этого мода закончится. То есть вообще, то есть больше серии не будет у нас по нему. Так, ну сейчас тут, по идее, та же самая заставка. То есть, ну, все, надеюсь, ее видели. И сейчас пойдем на Каламита. Так, что у меня там по этой, по... Нормально, хватит на Каламита, думаю. Хотя, знаешь что, давай-ка мы все-таки это починимся. На всякий случай, так знаешь, что вдруг там что-нибудь может. Засядем на нем надолго. Потому что фиг меня знает. Блин, я серьезно, фиг меня знает. Да, блин. Давайте-ка даже мы на Каламита бафнемся с вами. То есть мы сделаем как? Мы сейчас сделаем с вами... А давай Химанити оставим. Мы сделаем вот так вот. Мы сделаем еще... Soul... Use to boost attack power. Еще сделаем... Сделаем мы с вами еще пиромантию на себя накинем. То есть вот это вот. Так, ну я думаю, будет логичнее всего это внизу все делать. Так что давай-ка сейчас мы вниз. То есть, видите, да, он называется по-другому, Каламитаус Каламит, но это босс абсолютно тот же самый. То есть, ну, имею в виду, что и обычный Каламит. Ой. Что-то мы как-то с собой это не очень начали. Еще и хостом отрубили. Все. Ну, то есть, весь, да, он вообще он нисколько не измененный. Каламит. То есть он даже как бы его место не поменяли. В целом о моде, то есть мод, да, мод классный, мод мне понравился, но на этом у нас его прохождение, как понимаете, заканчивается, потому что я показал, по идее, все, что хотел вам. И, естественно, на этом всем спасибо. С вами был я, Артем. Подписывайтесь, ставьте большой палец вверх, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте о канале друзьям. И всем за все это я очень сильно благодарен. И всем на этом до свидания. Всем еще раз спасибо. И всем на этом пока.